Доброе утро, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема сегодняшнего урока – селекция микроорганизмов. Для того, чтобы говорить о селекции микроорганизмов, давайте вспомним. Что из себя представляет селекция как наука? Какие основные методы селекция использует в своей селекционной работе? Ну и, конечно, вспомните, пожалуйста, о селекции растений и животных. Для того, чтобы рассказать о селекции микроорганизмов, нам нужно с вами определить, кого мы отнесем к группе микроорганизмов. Прокариот, эукариот. Из эукариот мы отнесем в группу микроорганизмов простейших, микроскопические формы грибов и микроскопические формы водорослей. Для того, чтобы нам их видеть и смотреть, как они выглядят, мы используем вот такие вещи, называется это микроскоп. Он увеличивает любой объект, на который мы смотрим в микроскопе, в 1000 раз. И поэтому те микробы, которые мы не видим глазами, в микроскопе мы можем увидеть. Условно, все микроорганизмы можно разделить на добрых и злых. Добрых и злых по отношению к человеку. То есть микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, инфекции и так далее. И больше всего нам известны именно такие микробы. Но на самом деле таких микроорганизмов очень-очень-очень мало. Остальные все микробы, они играют колоссальную роль на нашей планете. Они создали атмосферу. Все эти растения, животный мир, мы могли появиться на планете только потому, что первые на планете поселились микроорганизмы. Микроорганизмы играют огромную роль в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, энергетике. Микроорганизмы используют в производстве лекарств и биологически активных добавок. Биологически активные добавки в настоящее время – это достаточно распространенный способ поддержания сил организма. Но это не является лекарственным средством. Также микроорганизмы используются при производстве удобрений. Мы помним с вами, что удобрения нам необходимы для хорошего роста растений. Микроорганизмы используют в производстве виноделия, хлебопечения и изготовления молочных продуктов, любимых нами с вами сортов сыра, творога, масла. Микроорганизмы используют для переработки отходов в связи с их деструктивными возможностями. Микроорганизмы, так как они очень быстро ко всему приспосабливаются, они могут съесть практически все. И таким образом, там любой мусор, по большому счету, рано или поздно микроорганизм будет переработан. Но такие отходы, как пластик, например, которого очень много, к сожалению, микробы их едят. Микробы едят пластик, но едят очень-очень медленно. Больше всего, конечно, быстрее всего микробы перерабатывают различные пищевые отходы. И на самом деле житейски кажется, что вот пластиковые бутылки и целые острова из мусора, которые плавают в океане, вот это проблема, а органические отходы и отходы с кухонного стола – это не проблема. Это не проблема, если вы там, у вас частный дом, и вы эти остатки можете выбросить куда-нибудь, и они сами по себе там в почве переработаются. Но если говорить, например, о таких мегаполисах, как Москва, то количество пищевых отходов просто колоссально. На самом деле 75%, а то и больше, всех отходов жизнедеятельности человека – это органические отходы. И вот такой колоссальный объем для крупных городов – это уже серьезные проблемы. И можно их там сжигать, можно их просто закопать в землю, но для этого нужны огромные объемы. И вот сейчас разрабатываются различные технологии, с помощью которых органические отходы можно перерабатывать. Есть технологии, которые уже в промышленности используются. Дело в том, что есть такие микробы, которые, поедая различные отходы, они вырабатывают горючие газы, метан, например. И то, что называется биогаз, это метан, еще углекислый газ, сероводород немножко. И с помощью таких систем действительно на фермах их устанавливают или там на каких-то системах очистки сточных вод. И таким образом, перерабатывая отходы, можно получать газ, сжигать его, получать тепло, крутить генераторы, получать электричество. Селекция микроорганизмов играет важную роль в человеческой деятельности. Так, селекция микроорганизмов кардинально отличается от методов селекции животных и растений. И связано это с биологической природой микроорганизмов.
Так микроорганизмы на специальных питательных средах размножаются с огромной скоростью. В такой ситуации появляется возможность более эффективного использования мутационных процессов. Геном у большинства микроорганизмов гаплоидный. Мы помним с вами, что гаплоидный набор – это одинарный набор хромосом, что позволяет выявлять мутации в первом поколении. Традиционным способом получения высокопродуктивных штаммов микроорганизмов является искусственный мутагенез с последующим отбором клонов. Процесс селекции микроорганизмов многоступенчатый. На первом этапе берутся природные штаммы микроорганизмов, из которых выделяют те микроорганизмы, которые необходимы человеку. Далее проводится отбор на более продуктивных среди отобранных на первом этапе. Затем искусственный мутагенез с помощью различных мутагенов для усиления появления мутаций. Далее это выявление и отбор перспективных мутантов. Следующим в процессе селекции микроорганизмов является многократный пересев с контролем на образовании требуемого продукта. Получение наиболее продуктивного штамма. Но и заключительным процессом селекции микроорганизмов является размножение продуктивного штамма в промышленных масштабах. В последние годы из-за прорыва науки в области генетики и молекулярной биологии в селекцию микроорганизмов стали внедрять новые методы и технологии получения штаммов микроорганизмов с ценными свойствами. И среди этих методов метод генной инженерии, который дает возможность выделять нужные гены и вводить его в другую генетическую среду. Использование этих методов – это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому они находятся в стадии разработки и усовершенствования. Достижения генной инженерии в селекции микроорганизмов используются в промышленности для производства медицинских препаратов, таких как инсулин, гормон роста, интерферон. Инсулин – это гормон поджелудочной железы, который принимает участие в регуляции углеводного обмена. Гормон роста активно влияет на рост костей, хрящей. Интерферон обеспечивает защиту нашего организма от инфекций. Селекция микроорганизмов – это важное направление в современной биотехнологии. Ну и давайте закрепим наш урок. Для этого ответим на вопросы. Кто относится к группе микроорганизмов? В чем особенности селекции микроорганизмов? И в производстве каких продуктов человек использует микроорганизмы? Благодарю всех за работу.